Всем привет! Сегодня поехали с семьей скупляться в метро на недельку, на другую. Затарились продуктами. И нам на кассе кассир дала на сдачу 22 монеты, вот такие гривночки. Это у нас новые монеты, кто еще не знает. 22 монеты, 1 гривна 2018 года. Монетки в отличном состоянии, новенькие, UNC. Но другими они сейчас и не могут быть, потому что их только-только начеканили. Поэтому состояние радует. Итак, давайте поговорим, как всегда, более детально об этих монетах. На аверсе изображен малый государственный герб Украины «Трезубец». Номинал 1 гривна, на 6 часов дата 2018 и под гербом название страны Украина. На реверсе портрет Володимир Великий. Материал монеты – сталь с никелевым покрытием. Гурт рубчатый. Отношение аверса-реверса – медальное. Вес монетки 3,3 грамма. Диаметр 18,9 миллиметра. Толщина 1,7 миллиметра. И сейчас мы посмотрим на весах. Вот такие весы должны быть у каждого нумизмата, начинающего антиквара. Сейчас мы их обнулим и посмотрим. Вес соответствует. По крайней мере, в этом Украина держит слово. Конечно, эта монетка не сравнится с гривнами, которые выпускались. Те намного, конечно, ярче. Сейчас я вам подготовил для примера 2 копеечки украинские. Так вот, эти монетки, точнее вот 1 гривна стала как 2 копейки. А если мы наложим вот так вот, новенькая гривна чуть-чуть буквально больше, там на миллиметрик, чем 2 копейки. Читал новости, сайт НБУ пишет, мол, типа мы экономим, но, ребята, вы не на том экономите. Для примера вам показываю вот такой мешочек. Это спот очков. Так вот, ребятушки, когда выйдет из оборота бумажная гривна, будем ходить вот с такими мешками, которые будут полностью забиты однушками, двушками, и в 2020 году выйдут уже пятерки. Но не могут, конечно, выйти и в конце года. По той информации, которой я обладаю, пока месь их не будет. Но в 2020 они будут железно. Поэтому, допустим, у меня портмоне, там карточки, монетки. И, скорее всего, будем запасаться вот такими мешочками, ребята. И также подготовил очень смешной сейчас и позорный такой пример. Особенно для банка НБУ, в общем, там, где печатаю, там, где эти пустые головы просто вот это все воплощают, точнее, в планы. Теперь вот задумайтесь просто на секунду, когда мы будем заходить в маршрутки, либо там в троллейбусы образно, да, я вот сейчас моделирую ситуацию, то представьте просто на секундочку, вот когда мы все будем ходить вот с такими мешками монет, что у кондуктора или у водителя будет стоять возле входной двери. Сейчас я вам покажу. Это будет стоять, ребята, вот такое ведро. Видите? Ну, я думаю, вы догадались. Потому что бумажных денег не будет, а будут вот такие монеты. Видите, да? Вот такие гривночки. Сейчас мы их сыпем. Вот туда вот. Вот, и они будут полностью вот в таком ведре просто набитые целые горы.
Если раньше нумизматы заказывали через банки монеты там для переборки, то сейчас будет очень как намного легче. Вот подождите еще полгода где-то под Новый год, бумажных денег не будет. И заместо того, чтобы заказывать в банках, мы просто будем подходить к кондукторам на конечных остановках, и они нам будут отсыпать вот такие целые ведра монет. Поэтому в этом плане будет намного легче теперь. Теперь не нужно будет переплачивать, давать шоколадки начальникам отделений, там, где вы это все делаете, ну и так далее. В общем, это такой яркий, наглядный пример, то, что будет происходить на нумизматическом рынке, в общем, и так далее. Ну, в общем, вы меня поняли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!